Доброе утро! Мы продолжаем вас знакомить с комплексом общеукрепляющих упражнений для людей серебряного возраста. Сегодня выполним суставную разминку. Присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Согнули руки, сжали пальцы в кулак и начинаем имитацию бокса. Выпрямляем поочередно правую и левую руку с небольшим разворотом корпуса. Упражнения направлены на верхний плечевой пояс и пояснично-крестцовый отдел. Количество повторов до 8 раз. Переходим к следующему упражнению. Руки у нас к плечам. Мы делаем вдох, раскрываем грудную клетку. И выдох, собирая руки перед собой. Вдох и выдох. За спиной сводим лопатки, вдох, и ртом делаем выдох, и вдох, и выдох. Данное упражнение отлично разрабатывает верхний плечевой пояс и насыщает кислородом наш организм. Количество повторов до 8 раз. Теперь выпрямляем руку перед собой, берем себя за плечо и прямую руку тянем к себе. То же самое другая рука. В этом упражнении мы растягиваем мышцы рук и улучшаем подвижность суставов. Количество повторов от 8 до 10 раз. Упражнение стоит выполнять с прямой рукой, параллельной полу. Теперь разминаем голеностоп. Ставим ногу на носок и начинаем вращать в одну сторону. И в другую. То же самое другой ногой. Данное упражнение нужно выполнять, отталкиваясь от своего самочувствия, чтобы не было судорог. На сегодня все. Всего доброго и до новых встреч!